всю юность мечтал о семье. Он не видел ни мать, ни отца, и в любой подступившей беде полагался на помощь Творца. Не имел ни подруг, ни друзей, о свободе не грезил он в снах, как нигде ему было теплей в монастырских высоких стенах. Много лет утекло с той поры, и не каждый припомнит теперь, как младенца в обитель внесли, что был брошен нещадно под дверь. Мальчик рос не по дням, по часам, но не знал ничего о себе. И к своим молодым годам он решился узнать о семье. И спросил он у верных сестер, где живет его мать и отец. Но недолг был их разговор, не дорос до полета птенец. Встретив в храме туманный рассвет, он у Господа Бога спросил, и, услышав небесный ответ, всех сестер за молчанье простил. Мы должны в этой жизни мечтать, просто так все не сможет прийти. Если ты научился летать, то к мечте без оглядки лети. Он всю юность мечтал о семье, он не видел ни мать, ни отца, и в любой подступившей беде полагался на помощь Творца. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Денис Сорокатягин. Здравствуйте, дорогие телезрители. Денис, откуда эта песня такая? И кто персонаж этой песни? Вопросы сразу возникают. Эта песня родилась у меня, наверное, когда мне было лет 17. Давно. Я смотрел православный телеканал «Союз», и там была передача, конечно, не об этом мальчике, там была передача совершенно о другом мальчике, который также жил при монастыре и освоил звонарское дело. Угу. И я просто тогда листал каналы, это совершенно случайно получилось. Это, кажется, такой старинный канал у вас, телеканал «Союз». Да, это было очень давно, это было, для кого как, да? Для кого как, да. Ну, кажется, что это было достаточно давно, а, по-разному. И я увидел эту передачу, и у меня просто строчка за строчкой родилась уже своя история. Свое какое-то преломление этого сюжета. И я ее написал, эту песню. Угу. Но она какая-то такая жалобная. Мы должны пожалеть героя или что там, что мы должны делать в конце? Какая задача была твоя? Это по-разному. У каждого, каждый сам найдет выход этой песни. Тут как навязывать людям трактовку, я не люблю. Но она грустная, да, такая? Не знаю. Не знаю. Это в зависимости от того, как человек ее поймет. Угу. Кто его знает? Может быть, он действительно встретится с родителями. Угу. Это ведь, как говорится, открытый финал. Угу. Продолжение следует, да? Да. Может быть, тоже такой цикл песен, да? Может быть. Да. Песен вопросов. Потому что мы зачастую сами предлагаем ответы людям. Которые уже или прописные истины. А вот вопросов, очень мало песен вопросов. Пока у меня песни вопросы. Да? Ответов я пока не готов. Кто я? Да, пока я не готов. Везде восклицательные, везде вопросительные знаки. Угу. Ну ладно.
Ну, так, и живешь ты сейчас в Москве, приехал из Екатеринбурга, служишь в театре. Какие-то есть планы вот на дальнейшую жизнь, если кто-то захочет узнать? Ты так вот будешь театральным искусством, да, заниматься? Вот внутреннее какое у тебя? Или ты это секрет какой-нибудь опять? Это не секрет. Это не секрет, потому что я даже не знаю, что будет. Я не загадываю. И я знаю, что будет через неделю, я знаю, что будет через месяц, и то. В этой круговерти московской я всегда с оглядкой смотрю на следующий день. Я не знаю. И не исключено. Кто его знает? И не исключено. Пути Господни неисповедимы. Ну, а вот параллельно ты воцерковляешься, как там в Москве с духовной жизнью именно твоей? Вот храм, он присутствует в твоей жизни? Храм пока в Москве я не могу найти. Тот храм... Есть храм в Екатеринбурге, но в Москве я не могу найти свой храм. Я думаю, что его нужно найти, и придет время. И сколько я не посещаю, я везде сталкиваюсь в то же время с каким-то холодным отношением. Ну, видимо, тебе Господь еще не открыл такую дверцу. Да. Стучитесь и отверзится. Я буду стучать. Ну, и молиться надо. А сколько ты уже в Москве по времени-то? Я первый сезон там. Первый сезон? Да, как первый. Как тебя принимают там москвичи? Ты вписался, как сейчас говорят? Ну, мне трудно себя судить со стороны. Я думаю, что я вписался. Я думаю, мне там комфортно. Я попал вот в этот московский театр «Жив». Я думаю, да, это не аббревиатура, это утверждение. Просто «Жив». Да. Многие задают этот вопрос. Я попал в такую... удивительную команду единомышленников, молодежи под руководством Максима Владимировича Разуваева, актера-современника, который говорит на одном языке с нами, я попал действительно, наверное, в то место, в которое я должен был попасть. Ну, на данном этапе. Да, мне хочется туда возвращаться. Это хорошо. А какие у вас спектакли там? Там очень обширный репертуар, это камерный театр. Сцена находится буквально шаг и зрительный, и зрителей. Это многих пугает, многих вдохновляет. Это такое, именно почему и «Жив», потому что живое общение. Нет вот этой границы между сценой и зрительным залом, нет возвышения. Я задействован в спектаклях по Борису Васильеву «Завтра была война», баллада о борьбе. И задействован в музыкальной сказке «Волшебная красота Оливии». По ирландским легендам, написанные по мотивам ирландских легенд. И я очень доволен этими вообще возможностью участвовать в этих спектаклях, постигать, учиться и вот нарабатывать, как говорится, мастерство. Ну, ты прикасаешься к какой-то культуре, да, вот театральной и национальной. И мне повезло, что я прикасаюсь. Театральная культура, как и любая культура, она многообразна, а я прикасаюсь именно к той, которая сеет добро, любовь, и она очень высокохудожественная, эта культура. Ну, дай Бог, чтобы вот у тебя так, ну, чтобы ты по ступеням поднимался, со ступени на ступени. Конечно, падения будут. Они неминуемы. Вот иначе бы это было слишком гладко. Вот. Ну, будь в бодрости, наблюдай, чтобы враг не дремлет. Не дремлет, это да. Ты человек искренний, ну, по крайней мере, стараешься быть искренним. Вот врагу это не очень нравится. И завистники будут, и кто угодно. А следующая песня у тебя, ты вчера у нас... постарали, исполнил песню «Летающий человек». Да. Мне она, мне, можно сказать, больше всех она понравилась. Почему-то она меня очень сильно затронула. Она... Откуда взялась эта песня? Эта песня, она родилась под, опять же, впечатлением московского метро, метрополитена, людей, которые там ходят. Я,
я решил проверить, сколько людей улыбаются. Идут и улыбаются. Ну, хотя бы не с насупленными бровями и не толкая друг друга. Их оказалось очень мало. Я подумал, что когда человек улыбается, и когда он забывает о том, как на него смотрят, а это бывает, когда мы думаем о чем-то своем, о чем-то очень радостном, и когда лицо как будто у ребенка. И это, наверное, человек, я подумал, он летает. И как какой-то вот этот вот образ у меня родился, и я вот подумал, почему бы нет. Спой, пожалуйста. Искрящийся блеск в глазах, звонкий ребячий смех, нетвердый парящий шаг, летающий человек, тебе мы во след кричим, позволь нам, дружок, одолжить твои крылья. Мы тоже летать хотим, как на картине Марка Шагала. Точки домов, пух облаков, ты и я. Слишком земная мы с тобой пара. Да и к тому же года нелетная. Жить подобно птице и не знать границы. Небеса для всех, полетам там нет помех. Разогнав уныние, обретете крылья, дал нам свой совет. Летающий человек. Искрящийся блеск в глазах, звонкий ребячий смех, нетвердый парящий шаг. Летающий человек, тебя мы спросить хотим, не больно ли падать на бренную землю? Открой нам секрет один, невыносимо боль от удара. Если не встать, можно пропасть в пустоте. Слишком земная мы с тобой пара. Если летали, то только в счастливом сне. Жить подобно птице и не знать границы. Небеса для всех, полетам там нет помех. Разогнав уныние, обретете крылья, дал нам свой совет, летающий человек. Жить подобно птице и не знать границы. Небеса для всех, полетам там нет помех. Разогнав уныние, обретете крылья, дал нам свой совет, летающий человек.
Прости, Господи. Спасибо, Господи. Теперь я буду знать, что где-то там в Москве, в далекой екатеринбургский паренек идет, спускается в метро, и внутри его звучит эта песня. Да. Такой образ у меня будет. Но я рад, что я с тобой познакомился. Я очень тоже рад. Ну, я всегда с удовольствием, особенно с творческими людьми, общаюсь. Это мне дает самому, меня как-то поднимает. Потому что это, ну, вытягивает тебя из твоего собственного состояния. Творчество. Когда ты смотришь на другое творчество, это начинает тебя касаться, ты в нее погружаешься и выходишь как бы из своего, может, из уныния, может, из какой-то Наверное. Беды. Вот женщина недавно мне говорит: «Отец Анатолий, я была на вашем концерте, и у меня, ну, в общем, брат погиб, И ее просто привели, Она, ну, девчонки, они хотели что-то сделать ей, доброе дело, они привели на концерт, и она сидела с каменным лицом. Вот. И начались выступления. И она одно слово услышала, поняла, что это ее касается, другое. И у нее потекли слезы, и говорит: у меня такое произошло, вот именно с этого момента я стала оживать, а так было горе. И искусство коснулось ее. Вот у меня всегда на моих концертах, вечерах, вот сейчас постарали, очень много интересных творческих людей, и ты, наверное, заметил. Да. Есть чему поучиться, правильно? Это не просто самому выступить. А да. Прежде всего ты смотришь, как это тоже делают другие люди. И они же на этой же волне, понимаешь? Это все на одной волне, все как такой оркестр, можно даже сказать. Все звучат, каждый свой инструмент. Каждый да. выполняет... А симфония одна, которая славит да, Бога. Да, да. Слава Богу за все, симфония называется. Да. Вот я хотел тебе тоже, вот думал, чтобы спеть, я все время думаю, когда слушаю кого-то в ответ... Я тебе спою песню такую. Я ее написал давно, ну, еще до воцерковления своего. Но я написал ее впрок. Я представлял, что я буду когда-нибудь старым, как сейчас уже суперстар. Вот. И я ее как пою. У меня такой образ был. Конечно, там был еще... Я в таком варианте жестком ее делал. Ну, сначала так лирика, а потом вступали инструменты, mm-hmm. литавры. Вот. Я и убрал этот кусок, потому что там был крик души. Mm-hmm. Но этот какой-то такой крик, он как бы завуалирован. Я понял. Вот эта песня. Ну, послушаешь. Больше красок, больше света.
это действие второе. Такая песня. Гитара немножко не строит, как и, можно сказать, и многие вещи в нашей жизни. Ну, песня, однако. Главное – суть. Да, суть. Суть. Мы как раз, может быть, и вот наши передачи «Лаврские встречи», вот мы ищем суть, да? В чем суть? Суть в том, что Господь – Творец, и то, что он хочет, чтобы его создания тоже были творцами, а не горшками, которые восстают на горшечника, да? А что там у тебя есть еще песни, да? Да, да. Я хотел бы спеть, это тоже новая песня. Она написана специально для программы, для лаврских встреч. Угу. И тоже возникла как такой... как такое цельное высказывание. Я недолго думал ее, когда писал. Она называется «Радость моя». Радость моя, я молю небеса о встрече, и за здравные ставлю свечи у священного алтаря. Ты спасешь меня, радость моя, мир согреешь душевным светом. На двоих будут взлеты и беды, мы счастливая будем семья. Я найду тебя, радость моя. Детским смехом наполнится дом, старый млад соберутся вместе за семейным большим столом. Запоем мы счастливые песни, и в реалиях нового дня, где господствует лет скоротечность, подарю тебе, радость моя, ту любовь, что длиною вечность. Подарю тебе, радость моя, ту любовь, что длиною вечность. Ты узнай меня, радость моя, среди сотен других прохожих. Помоги нашей встрече, Боже, две дороги в одну сведя. Терпеливо будь, радость моя, не гневи Бога просьбами всуе. Это песня любви, аллилуйя, для тебя. Я люблю тебя, радость моя. Детским смехом наполнится дом, старый млад соберутся вместе за семейным большим столом. Запоем мы счастливые песни, и в реалиях нового дня, где господствует лет скоротечность, я дарю тебе, радость моя, ту любовь, что длиною вечность. Я дарю тебе, радость моя, ту любовь, что длиною вечность.
Прости, Господи, дай Бог, твои чаяния будут услышаны. Вот. Конечно, передача уже подходит к концу. Быстро пролетает время. Все хорошее. Да. Качается быстро. Ты еще, наверное, погуляешь по Петербургу, да? Я очень надеюсь, потому что мне очень хочется именно этот воздух, особенно Невский проспект, именно как-то вобрать в себя и вдохновиться. Я думаю, знаешь что, Денис, мы с тобой еще встретимся. Будем, вот я со многими участниками встречаюсь, вот, по несколько раз. Человек растет, у человека точно. Грани разные есть, его творчество. Поэтому вот духовную все-таки свою составляющую, духовную часть развивай, укрепляй, постигай, углубляй, что у тебя такой наказ. Да, и будем встречаться еще. Да, я очень надеюсь на встречу и всегда буду рад поделиться своими новыми вопросами, а вдруг и ответы появятся. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами был Денис Сорокатягин со своими прекрасными песнями и настроениями духовными. Божия всем помощи, ангел-хранитель на всех ваших жизненных путях. До свидания.